Или я. Ну, вот и все. То есть, или я обрубаю, или я ограждаю. Вот. Голова здесь. Это прихватывает сразу это блин. Отсюда все, что угодно. Вот. Здесь, наружу это сразу. Какой ногой шагаю, то и какой защит. Поэтому и тут две, и отсюда. Давай, пошли. Задней рукой, если я буду ставить стрельбу. Это все не надо. Одно прессовать. Теперь пошел. Снизу, сюда. Сверху. По какой? Раз. Два. Сверху. Три. Если я вижу сюда, я иду сюда. Если я не увидел, а пошел сюда, то все равно мне надо что-то делать сюда. Я ошибся, покажу сюда. Лучше идти вперед и уже смотреть по изменению плеча. Потому что я по-любому все равно шагаю сюда. Потом смотрю, или мне сопровождать. Вот. Видишь? И вот это сюда вот. Теперь изначально лезу сюда. Ну, порезал. Голову спрятал. Руки полезли. Опасность у нас не есть, поэтому я встаю, а все тут даже сведу локоть или обувь, или под 60 веков. Когда я ошибся, я полез на этот, а сейвен так, почти руку накатывает. Или первый, второй, раз, видишь, и у них всегда спина. Отсюда много таких людей. Тоже получается, да? Вот наши такие. Буду стойки. Ему уже надо не убежать. Понимаешь? Раз, два, три. Руки сначала здесь. Режу руки, просто убираю, чтобы вместе с этим. Ноги, стойку ставим. Раз, да. Два, три. Хорошо. Убегает. Руки убирает. Убегает сначала. Раз, два, три. Хорошо. Шагнуть там, вот ноги. Видишь, опять. Та же ошибка. Но. Все жопы к ногу ворачивают. Вот, и получается, самое трудное им сейчас, они все говорили, трудно шагнуть. Вот, вот это надо идти. Если не успеваешь, просто отломать. Успеваешь, все, пошел на вот его вытяжку. И не нравится. Оп-та! Раз, два, три.